подкаста. В предыдущей серии мы собрались в психушку, психиатрическую лечебницу. И нас кинул, откуда нас кинул? Какой-то бугай вот оттуда. И нам сейчас надо найти выход. Обстановка, конечно, здесь не самым лучшим образом. Ну ладно, будем искать выход. Потихонечку вроде все нормально. Естественно, так мы дверь не откроем. Так, погоди-ка. Главное, дверь через диспетчерскую службу безопасности. Хорошо. Хорошо. Батареечка, отлично. Рация. Лик нам, наверное, туда, ну давайте все облазим. Охренеть вообще, бля. Пипец. Ой, прости. Тоже ничего нет. Окна за решеткой. Пипец. Так, ладно. Что-то есть, да? Пипец. Блядь, пипец, ёпты. Ну да, конечно. Я не хочу туда идти, но вы чё, прикалываетесь? Подожди. Погоди, погоди. Тут больше нету ничего. Так, погоди, и вниз есть. Туда. Блин, ладно, ладно. Может, с этой стороны получится открыть? Нет. Ладно, ладно, уговорили. Пойдем туда. Хорошо. Нам же нужно срача. А, блядь. Я... Но там же ничего больше нет. Или что-то есть, да? Так. Пацаны. Ебать. Чё с вами, пацаны? На реке ебаный, блядь, пошли мне нахуй. Закрой эту чертову дверь, блядь. А, может, они не пролезут.
Ой. Отлично. Не зря мы сюда пошли, оказывается. Ну, вот мы взяли, да? Ну, понимаете, то, что сейчас что-то... Должно... Ну, должен скрипт какой-то запуститься, который... Что-то... Сделает. И сделает от них хороших всего, короче. И мне вообще жутко здесь. Пошли нахер, блядь. Пошел в жопу. Так. Куда мы идем сейчас? Мы идем в security room. Отлично. Нам наверх. Туда. Пиздец, блять, это охуеть. Батарейка. Тихо. Ты чё, блядь? Ты чё, блядь? Запер меня здесь? Ты чё, охуел? Дверь просто вынесли отсюда. Пиздец, вообще нахуй. Ёбнуться можно, блядь, ребята. Тихо. Закрой вообще, блядь. Нет, нет. Так, в общем, короче, мы сваливаем отсюда. Слышь? Нет. Блядь. Ну не надо. О, блядь. Блядь. Чё делать? Чё делать? Чё делать, блядь? Пипец, блядь. Охуеть. Он видел, куда я побежал? Но он же не мог этого видеть, там было темно. Надолго.
Это его задержит. Пипец, блядь, вообще нахуй. Чё там? Чё там, блядь? Ладно, ладно, сейчас. В себе-то, блядь. Вроде тоже чисто. Это прекрасно. Ай, это прекрасно. Блин, да так темно. Давай, забирайся. Ай, блядь, пипец, пипец, тихо. Тихо, ты ёпта. Два бензонасоса. Да ладно, ну блядь, да ты чего не что ли? Понятно, короче, все. Да тихо, блин, ну не так резко. Ну ёпра сэте, блин. Так, это бензонасос. Да, это бензонасос, отлично. Это батарейка. Да, это батарейка, тоже великолепно. Ну что-то происходит, да? По-моему... Что там происходит? Этот козёл пришёл. Ебать их! Пожалуйста, не надо. Нет. Камера пикает тихо. Чё, он там положил что-то, да? Чё ты положил, сука? А-а-а, как хорошо то, что я сюда не сел, блин. Какой я умный. Он меня видел. Это плохо. Закрой нахуй дверь, блин. Ой. Так, тут чё, блин? Ничего. Нет! Блядь, тут чувак, 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 стой, блин. Охуеть, ты как ты оказался здесь? Сейчас кондрашка хватит, пацаны.
Ящика, да? Ну да, зачем ящики? А, тихо, все уходит, уходит, уходит. Ой, блядь, мой спаситель. Пиздец. Господи. Батарейка. И знаете, что? Я сейчас включаю второй. Или что это вообще? Это включить свет, да? Не знаю, короче, в общем, что я включил. Не столь важно. А, и думаю, на этом серию я закончу. Так как это вообще пиздец. Не знаю, что будет дальше. Нет, серию я, на этом не закончу, потому что там пипец идет опять, блядь. Самое интересное вы не должны пропустить. А он сейчас этот выбит, он же тот смотрел, типа, да? И он такой, опа! Нет, тот. К тому пошел. А почему тот? Я везунчик. Я просто везунчик. Сейчас этот, блядь. Ебан треп уйдет, и я думаю... Закончу все же на этом серию и продолжим следующую уже серию. Вроде ушел, да? Ладно, с вами был Женек. На этом все. На этот раз. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал. И мы дальше будем проходить Outlast. Всего доброго. До встречи.